А вы когда-нибудь тонули в человеке? Не так, чтобы на секунду или две, а так, что просто закрывая веки, теряли притяжение к земле. Настолько, что одной лишь только мысли достаточно, чтобы разум потерять. Чтоб сердце стуки намертво зависли, чтобы от счастья тихо умирать. Чтоб ледяным огнем прикосновения до дрожи доводили в тот же миг. От счастья, чтоб кричать. Но от волнения внутри вдруг затерялся где-то крик. Настолько, чтоб хваталось лишь минуты, чтоб полностью забыть о всем плохом. Прижавшись к ней одной, а не к кому-то. Дела, проблемы, Господи, потом. Не знал, что в 21 веке такие чувства могут воспылать. Сам с головой утонул я в человеке, и без него не знаю, как дышать.